В Якутске отметили день рождения Александра Пушкина. Традиционно праздник прошел у драматического театра, носящего имя великого русского поэта. Главными действующими лицами праздника стали дети. Они прочитали стихи, написанные Пушкиным. В завершении праздника участники акции возложили цветы к памятнику поэта. Хотите поздравить с праздником, пожелать нашей молодежи больше читать. Интернет, различные электронные средства массовой информации не заменят. Русское слово не заменит слово печатное. Оно заставляет думать, размышлять и развивать нас вообще как людей цивилизации. С днем русского языка и днем рождения величайшего поэта мира, величайшего гражданина своей страны Александра Сергеевича Пушкина.